Такие же казнокрады придут и с вами, и этих 50 тоже им не хватит. Как вы собираетесь их содержать? И как же вы собираетесь на эти 5-10 свою армию содержать? Своих же людей убивать? Как вы это делаете? Как же вы собираетесь на эти 5-10 свои территории отставить? У людей, которые хотят от вас выйти от окраины. Как вы собираетесь это все сделать? Так почему же у вас вход к вам в партию денег стоит? Может быть, вы тоже сначала 5-10, а потом 25-25-25? Бизнесменам нечего делать в политике, а вы бизнесмен.